Сегодня День Победы. С этим великим праздником казахстанцев поздравил Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил: 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла. Он также добавил, цитата: «Казахстан внес огромный вклад в общую победу, торжество справедливости и свободы на земле. Радные трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее». Конец цитаты. В завершение глава государства пожелал здоровья и благополучия всем гражданам.